Привет, мой дорогой друг, а перед началом видоса хочу тебе напомнить про мой личный промокод, который ты можешь ввести именно сюда. А он называется Denners, который тебе дает 40% пополнений. Например, ты пополняешь 1000 рублей, ты получаешь 1400 плюс 400 рублей на халяву, пополняешь 5000 рублей, 7000 получаешь. То есть сколько? 2000 на халяву. Пополняешь там условно 10 тысяч, то получаешь 14 тысяч. Крутой бонус, 40%, который сам лично я всегда использую, который меня выручает. Поэтому welcome to Denners промокод. Мой. Let's go смотреть данное видео. Так, ну что, друзья, всем привет. Сегодня с вами подкрываем бонусные кейсы. Те кейсы, где вы можете накопить бонусы. Попробуем сегодня прикольный балик поднять. Накопить как можно больше бонусов, чтобы мы с вами записали прикольный ролик по открытию кейсов только на бонусный баланс. Поэтому напоминаю вам, все ссылки на данный проект будут закреплены в комментариях. Так что подписывайся, промокод не забываем вводить. Спасибо за просмотр. Let's go смотреть видео. Итак, смотрите. У нас здесь есть бонусный баланс. Вот сверху, да? На сегодня 18 тысяч будет. Бонусный баланс. Те кейсы, которые есть вот с такими вот бонусами, да? Тут копятся бонусы. Ну вот. И я хочу сегодня подкрывать. Кстати, смотрите, есть еще два новых прикольных кейса новеньких. Которые подгораются вот так вот. Мы их по-любому пооткрываем. Попробуем что-нибудь выбить. И надеюсь, что-нибудь прикольно заберем. Но мне, кстати, человек сверлит. Если что, извините. Так, давайте пооткрываем. Я думаю, нужно какие-то выбрать такие фавориты кейсов, которые, ну, хорошо стоят, где мы можем как можно больше баллов пооткрывать и так далее. Так, Сейка, Мамасвиги, Дмитрий Лексфенни, Деконстава, Фабио ТВ. Так, Серж. Так. Она за бустера дается. А, сахар вот дается. Вот, это хороший кейс. Let's go, сразу десяточку. Заряжаем, 3800 стоит. Вот тут очень и очень хорошо. Хороший кейсик, мне он нравится. Вот, эмочка Азим, кстати, падает. Вау. 3800 и получаем мы с вами 10 100 из-за того, что у нас выпала эмка. Но это очень хорошо. Так, можно еще раз открыть? Давайте еще раз откроем. Так, 20 с чем-то бонус у нас одновременно падает. Это хорошо. Блин, очень хорошо упало. Сейчас упадет не очень хорошо, потому что нету таких прикольных ганов. А, смотри-ка, 400, 1900 юсп, эмочка 870. Угу. Нормально. 3800. То есть два раза мы с вами по 10 открыли и очень годные... дроп нам выпал, поэтому могу советовать. Так, пока что в очень хорошем плюсе мы с вами. Так, а какие еще есть прикольные кейсы? Кейс бустера, где он? Не вижу, чуваки. Погоди, ну, не вижу кейс бустера. Серьезно, вот смотрите, кейсы ютубера, да? Угу. Тук-тук-тук-тук. А, опять вижу, что со мной не то. 3300, давай по 3 откроем. 1000 рублей. А если быть точным, 999. Один кейс стоит 333 рубля. Так, здесь у нас падает ни о чем. Только, может быть, паладин эмочка будет более-менее 100-700 рублей, да. 1000 рублей. 1030, то есть на 32 рубля мы с вами выкупим. Ну ничего, страшного. Так, тут ничего не падает вообще, тут 200 рублей будет, это и так уже понятно. Ну, погнали дальше, пооткрываем. Эмочка, две эмки, могут хорошо стоить, смотри, какого качества. 815 рублей, ну, минус 200 рублей. Нормально, пока что все хорошо. Плохо. Так, бустера кейс минуснул, сахар очень хорошо дал. Так, да, в Ромео Сиге пооткрывать. 1400 рублей 10 открытий будет стоить. 1430. Посмотрим, какой нам даст баланс данное открытие. И что отсюда может прикольно выпустить. Сейчас мы с вами тоже посмотрим, что мы с вами не посмотрели. Очень плохие ганы, 830 рублей и так далее. Так, что у нас тут может выпустить? Калаши, эмочки, перчаточки. Двое перчаток, двое ножей. Ненуар. Красная линия.
Ну, в принципе, достойный кейс. Достойный кейс. Погнали дальше. Ой, что-то меня все издевать тянет. Так. Механопушка. Хорошо может стоить. 2400, 2800. Плюс 2400 просто открытие дало. У нас, кстати, уже перевалило бонусный баланс за 2000. Это не может не радовать. О, 500 рублей дало, кстати, тоже плюс. 300 рублей, нормально. Ага. Так, окей. Так. А какой кейсик можно открыть? Давай овердрайв откроем. Так, бонусы за открытие. Требуется уровень Steam для получения бонуса первый. Если уровень Steam не обновляется, перейдите в настройки своего аккаунта Steam. В пункте «Мой профиль» выберите и выпадающее меню «Публичное» сделать. 24 часа. Спустя это время вы получите еще один бонус. 24 часа. Использовать промокоды на получение бонуса можно только один раз в данный период. Ваши бонусы. Используйте свой прошлый бонус в профиле, иначе он будет заменен новым. 1500. Пополните баланс на данную сумму. За одну транзакцию получите дополнительный бонус. Дмитрий Ликс. Let's go. Погнали, Дмитрий Ликс, откроем. Здесь что-то годное падает. А здесь у нас падает дискотехника. Маг 10. Великолепный скин. Красочный. 197 рублей. А в минус 30... Ой, 42 рубля. 108 рублей. Let's go. Минус 130 рублей. Минус 130 рублей. 94 рубля. 180 рублей, что ли, что такое? 143 рубля. Так, не, Дмитрий Ликс что-то нам не дает. Нормальных ваганов. Так, давай пооткрываем с вами. Так, блин, 2900 на балике. Что бы такое с вами здесь открыть? Интересно. Я могу попробовать дорогой открыть. Могу попробовать опять сахар открыть. Потому что, ну, сахар прям нормально дает. Давай, следующий. Ворон, по 250. Аналоги, легион Анубиса, скоростной зверь вокруг. Стояли. И не докатилась, и перекатилась. История дракона, конечно же, перекатится. Так. Смотрите, 1100. Как же я его скипнул. Я думал, обычный 861. А что это за 1100 такой блок? Ой, по 250. А, вот роспись. Нифига не подорожали прям знатно. У меня их нормальное количество раньше было, то есть любила. Так, прощальная скала, он может хорошо стоить, минимум пятихаточку. Это 100%. 312, блин, почему? Прямо плохое качество какое-то, да? Удаленный доступ, ну, такое. Так, давай еще разочек быстро откроем. Сланец. 217. Так, на открытие-то больше не хватает. 270 рублей. Что же нам здесь открыть? 270 рублей. А давай дам базы. Погнали. Надо базу откроем. Ободки рук. Осторожно. Кайфовые ободки рук. Хроматическая аберрация нам Галиль падает. И что по цене 167 рублей. Ну ничего страшного, все нормально. Так, ну что, посмотрим, сколько у нас полноценный балик. Я знаю, что большой плюс уже по-любому будет. 24262. Великолепно. Нам очень помог кейс сахара. Так что, ребят, не забывайте промокод 12 использовать. Я ссылки запишу на комментарии. Лайк, комментарий, также не забывайте. Все, до новых видео, пока-пока.